Беликов Владимир Иванович, телефонист 23-го отдельного эскадрона связи 30-й кавалерийской дивизии, 4-го гвардейского кубанского казачьего кавалерийского корпуса 2-го украинского фронта, ефрейтор. Родился 5 марта 1915 года в станице Ярославской. 30 октября 1943 года красноармеец Челиков в бою у села Ольговка под огнем противника неоднократно восстанавливал поврежденную связь, чем обеспечивал бесперебойное управление командированием своих подразделений. 1 июля 1944 года ефрейтор Челиков в бою в районе города Столбцы был контужен. 9 июля в бою близ город Слоним была порвана линия связи. Владимир Челиков, рискуя жизнью, восстанавливал связь. 25 октября в районе города Хайдудор заменил выбывшего из строя товарища и устранил 7 порывов на линии. В 1945 году демобилизирован. Жил в городе Краснодаре. Умер 7 октября 2008 года. Был также награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалями, в том числе за отвагу, за боевые заслуги.